Итак, здравствуйте. Показываю вам москит на 200, на 200, Радик, да? На 200 килограмм. Значит, вчера прошел испытание. Все очень хорошо получилось. Радик, вы довольны? Да. Мы довольны. Мы довольны. Сейчас, одну секундочку. Коптили мы вчера грудину. Выглядит этот аппарат вот так. Видно помещение, то есть человек его приобретал не просто дома на балконе поставить, а работать. И шкаф сушильно-вялочный тоже большущий. Радик, насколько у вас с загрузкой? Да. На 150, да? Вот. Стандартные же другие нет. У меня поменьше. То есть все мы вчера испытали, запустили, работает хорошо. Нам для копчения мяса хватило охапки. Вот такой охапочки дров нам хватило. Но я Радику еще привез вот ольху. И вагонка в остатках была ольховая. Вот три таких доски мы раскололи, заложили, и нам хватило покоптить. Так что будьте все здоровы. Всем удачи. Пока. Вот малышня у них еще плавает. Вот. Но чтобы мне не было скучно ехать обратно из Казани, будем подружайку себе в дорогу выбирать. Лови. Какую? Ну какую? Показывай. Да не оскудеет рука дающего. Побольше пошло. Выбирай, выбирай. Вот такую шикарную подружку мне в дорогу завернули. Вот. Чем занимается серьезно. Видите, да? Ну ладно. Всем хорошего, удачного дня, веселого. А я поехал домой.